И получается... Не, я понимаю. Она смонтирована под ритм этой песни, и поэтому сложно. А песня какая? Цой. Что? Слэйр? Серьезно? Цой, да. А, Цой. Я просто вставил то, что я захотел, и как бы сдать экзамен можно, но ее выкладывать открытый доступ нельзя. Если не будет связываться, то надеюсь, надо. Он прям рискнул. Прям риск у него был хороший такой. Такую песню ставить не всем нравится. Нет, не всем она нравится. В смысле на экзамене. Ну, на экзамене, конечно, это было нестандартное. Да. Они такие не очень любят, там нужно более как типа такая какая-то мелодия, простая такая и тому подобное. А он Цой. Там Цой или... Да. Там проигрыш был последний. Спокойная ночь. Проигрыш. Я обожаю эту весну. Я специально отсылку к фильму сделал, дурак. Немножко так. Офигенно. Там есть такие оттенки всякие, ну, немножко так сыграл там на этом. Он полуигровой, полудокументальный получился. Дурак — это где про дом? Да. А, да. 20 лет, 8 лет, давай. Жесткий фильм «Дурак». Да, это как такой черный. Это он про беспросветность. Сколько ни долбись, все равно получишь хлеб. Ну, по крайней мере, нужно пытаться. Если я правильно понимаю, это про дом, который был в аварийном стиле. Да, да. Не знаю, он мне показался очень тяжелым. Я досмотрел его. Я первый раз пытался посмотреть, наверное, года 3 назад его. Я не смог. Может быть, потому что я был недостаточно взрослый для него. В итоге я посмотрел его, наверное, где-то полгодика назад, может, месяца 4. Не знаю, точно не скажу, но он тяжелый, правда. Да. Ну, тяжелый, потому что... Ну, по крайней мере, он наталкивает на мысль, что нужно все равно пытаться что-то делать. Да, по-моему, наоборот. Он наталкивает на мысль, что пофиг, вот долбись головой. Я не фанат русский. Нет, ну, если ничего не делать, то ничего и не будет. А он делал, а чем это кончилось? Что там кого-то пристрелили, там этих.